Нью-Йорка. Нью-Йорка за нами, друзья. 9 километров и один соперник. Опередим и будем вторым. Мы уже реально в Нью-Йорке. Осталось всего лишь два соперника. Вот так вот третье место мы сделали. Давайте отрихтаем. И держим позицию. Ребят, что нужно? Нас все-таки сделали. Так, хорошо, входим в дрифт. Кто-то реально толкается и реально очень сильно мешает. Свободная машинка, есть запрошенная станция. Мы будем менять машинку. Это слишком будет долго. Порш мне нравится по скорости и по управлению. И мы уходим, кажется, в отрыв, друзья. 3 секунды уходим в отрыв. Обалдеть, походу реально где-то врезался. Поехали по встречке, наберем побольше нитра. 10, 11 секунд в отрыве. А чё нет? 12 секунд уже. И осталось 6 километров. И походу оторвались от копов. 11 секунд, походу все-таки нас догоняет. 9 секунд, очень быстро догоняет. Он отлично водит, пробую новый маневр. Отлично водит, спасибо за комплимент. Осталось 4 километра у нас. И мы соберем его практически на хвосте. Неплохо держится. Конечно, неплохо. Спасибо, добострольник. Мы прибавили скорости даже. Только навстречу побольше. Осталось 3 километра. Реально дикая скорость. 320 км в час нас обгоняют. Как Ким Макар нас обгоняет. Почти вышло. Давайте еще раз. Хороший подсоральник, я хотел это сделать. Ребята реально мешают, третье место уже, нас обогнали. И осталось 2 километра. Ох, ребята, как врезались. Твою машину, осталось всего лишь 2 километра. Не нужно как-то делать. Ох, май гад. Сколько копов здесь. Обалдеть, реально очень сложно проехать. Осталось 1,5 километра. Мы уходим маленького дрифта. Это круто. Хорошо, набираем побольше нитра. Нам реально пригодится. Больше радиус берем. О, круто получилось. 80 метров, ускоряемся. Добрем за нами. 600 метров. Больше радиус берем. И дрифт ходит. Ох, там еще и машина. И вот, друзья, финиш. Второе место, друзья. У нас еще два соперника осталось и 7 километров. Ну что же, устроим же погоню с копами. Какие настойчивые ребята. Какие-то резкие повороты. И второе место практически настигаем. Осталось 6 километров. Вот, ребят, маленькую сторону. Хо-хо, маленькие даже помогли мне. А вот и наш соперник, только навстречу. Ух, ребята, всем пока. Какие дикие скорости у нас. Статус свободы. Как я красивый, даже маленько врезался. Очень красиво смотрится. И Нью-Йорк уже прям перед нами. Поехали прямо. Мы поедем прямо, потом... Даже не знаю, куда именно ехать там. Ехал в дороге, идет быстро, я по ним. Ух, как промчались скоплены с нами. Кажется, мы сделали соперника, даже маленькие непонятки. Да, друзья, мы сделали соперника. И практически на полсекунды. В парке было довольно сложно. Осталось 3 километра. Неплохо держится. Конечно, неплохо. Стараемся. Прямо позади меня. Чувствую рев двигателя.
осталось ровно 2 километра, и он прям позади меня. Вот у тебя получился хороший дрип. Еще можем дрип пойти. А здесь тут довольно сложно повороте. Но мы с ним справились. Прям сзади меня. И она чувствуется. Ух ты, жесть, машины просто прорвались. Пора с ним разобраться. И, друзья, мы уже в Нью-Йорке. Тоннель комнаты полностью заблокирован, все у вас. Приближается к вам. Подтверждаю контакт. Сокращение не помогло, продолжает погоню. Время прямо у нас. Один прыжка.